500 миллионов рублей долгов спишут жителям региона в ближайшее время. Налоговые продолжают аннулировать по амнистии суммы за имущественные налоги и страховые взносы предпринимателей. Речь идет о начислениях на 1 января 2015 года. Мера освободит от повинности 400 тысяч новосибирцев. Общая сумма списанной задолженности – 4 миллиарда рублей. Примерно столько стоит строительство одной станции метро. Однако пени и расходы на взыскания жителей региона по-прежнему обязаны оплатить. Списать долги решили, чтобы облегчить отчетность налоговых органов. Недополученные 4 миллиарда числятся как отсроченный источник реальных средств. Налоговые считают, что собрать долги уже невозможно, однако на эти цифры ориентируются при формировании бюджета. Сведения о задолженности в том числе используются муниципалитетами, нашим правительством для планирования бюджета на будущее. То есть они рассматривают, есть задолженность, да, там 2,5 миллиарда рублей. Ну, потенциально часть из нее, наверное, можно взыскать, погасить. И закладывают в бюджет будущие какие-то вот эти оценки. И мне всегда приходится объяснять, что она в большинстве своем нереальная к взысканию. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!